Новости спорта. Греко-римская борьба в нашем районе пользуется заслуженной популярностью. На соревнованиях славянские юные спортсмены не раз подтверждали свое мастерство. И сейчас они снова смогли выступить очень достойно. В Центр спортивных единоборств «Медведь» приехали борцы со всего Краснодарского края. 260 спортсменов боролись за лидерство. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовка, выступая на открытии соревнований в памяти заслуженного тренера, мастера спорта России Сергея Буштеца, пожелал участникам турнира успехов. Он сказал, что борьба в муниципалитете уверенно развивается, отметив заслуги человека, чье имя носит этот турнир. Кирилл Владимирович – это незаурядная личность. Он все время мечтал о таком прекрасном зале. Мечтал о ребятах, которые будут прославлять наш славянский район на всех пьедесталах. За свои годы он воспитал прекрасную приятную мастеров спорта. Но самое главное – он воспитывал и настоящих людей, которые сегодня трудятся. Для вас созданы сегодня все условия, чтобы вы радостно жили, занимались спортом, отдыхали. И мы, взрослые, будем все делать для вас. От всей души еще раз поздравляю вас с этим событием. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, мира. Но сегодня пусть победит сильнее. На соревнованиях были перспективные ребята, по-настоящему увлеченные этим видом спорта. Надо было видеть, с каким энтузиазмом они боролись. Не всегда победа давалась легко. Борьба была напряженная и зрелищная. Все очень старались. 7 славянских борцов зашли на пьедестал почета престижных краевых соревнований по греко-римской борьбе. Золото завоевал Виктор Ромашов, серебро в своих весовых категориях Лев Бунин, Матвей Сокол, Данил Рылов и Никита Щербак. Бронзовые награды получили Алексей Бутов и Роман Нестеров. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».